Начнем сравнение с камер разрешением 1 мегапиксель. Справа у нас IP-камера HiWatch N201, слева TVI 2SE16S2T. С первого взгляда мы видим, что IP-камера имеет более насыщенную картинку. А если обратим внимание на дорогу, то с уверенностью можно сказать, что хотя размер картинки у камер одинаков, 1280 на 960 пикселей, разрешение, детализация картинки у IP-камеры выше. И хотя при такой установке камер принципиальной разницы нет, то в ситуации, когда определение лица или определение номера будет играть решающее значение, TVI камера может уступать IP-камере. Давайте посмотрим на камеры разрешением 1080p. Тут камеры обладают подобными качествами. Картинка с IP-камеры, она справа, более насыщена и имеет большее разрешение. Но не стоит забывать, что камеры TVI дешевле IP-камер почти в два раза. Поэтому при выборе системы видеонаблюдения надо четко понимать, для каких целей она будет использоваться. А в случае, если вы хотите обновить аналоговые камеры, то TVI оборудование – это лучшее решение, так как зачастую работа по коммуникации оборудования стоит приблизительно как само это оборудование. Экономия, как говорится, налицо, не в ущерб качеству изображения. Спасибо за внимание и до скорых встреч!